Привет, канал SteinFood. Сегодня хочу показать, как я делаю малосольные огурцы. Это будет быстрый способ. Точнее, их будет даже два. Один совсем быстрый, второй чуть подольше. В общем-то, сейчас у меня на даче как раз сезон огурцов. Они растут в очень больших количествах. Я уже не знаю, как их есть. Уже в сыром виде уже не лезут. Ну, а маринованные как-то вкуснее есть. В общем-то, все продукты у меня на столе, которые нам понадобятся для обоих способов. Давайте начнем с самого быстрого, с простого. Я подготовил как раз два вида огурцов. Совсем здоровенные огурцы. Я приезжаю на дачу раз в неделю. Огурцы перерастают. Такие огурцы, конечно, на обычную засолку на зиму не пойдут. Так, и отобрал чуть поменьше. Вот такие огурчики. Эти у меня пойдут на второй способ. Так, давайте начнем. Берем большие огурцы. Вот такие вот. Отрезаем кончики. Такие большие огурцы я разрезаю так пополам, и я думаю еще... Да нет, оставлю вот так пополам. Можно, конечно, еще на четвертинку разрезать. Так они просолятся еще быстрее. Ну, оставим вот так вот. Смотрите, какая красота уже получается. Так, ну что ж, огурчики мы порезали. Теперь берем пакетик. Целлофановый пакетик. Можно взять, даже лучше взять зиплок, но у меня нету, уже закончились. Поэтому я возьму обычный пищевой пакет. Беру пакет, складываю сюда огурцы. Так, отлично. Огурцы сложили. Соль я использую всегда только чистую, натуральную, без добавления всяких антислеживателей, как-то они там называются по-научному. Такая соль, конечно, вот такими кусками слипается, когда лежит в пакете или в банке, но зато она без всякой химии. Так, ну, где-то ложку с горкой возьму, вот такую хорошую такую ложку с горкой. И вот так посыпаем. Так, отлично. Теперь положим специи. Возьму 3 листика. Так, раз, два. Черной смородины. Я их немного вот так порежу, чтобы сок, аромат из них лучше выходил. Не насквозь, просто сделаю такие надрезы, как бы. Даже помять немного можно. И туда. Так, теперь у меня здесь приготовлено несколько листиков вишни. Тоже дадут свой аромат. Так, ну, вот такие 4 небольших листика положим. Да, вот так, я думаю, порежем их. Помнем, чтобы структура листьев поломалась, чтобы соки лучше выходили. И отправляем туда же. Теперь у меня здесь есть лист хрена. Ну, я возьму половинку. Так, где-то вот столько. Этот оставим на второй способ. Так, его я тоже немного порежу. Отправляем к огурцам. Все в пакетик. Так, укроп. Возьмем укропчик. Ну, я думаю, столько хватит. А это оставим на второй способ. Укроп нарезаем. Так, укроп отправляем туда же. Отлично, остался чеснок. Вот такие 3 зубчика я положу. Чеснок порежу мелко, чтобы он лучше тоже отдавал вкус, потому что огурцы будут готовы уже сегодня, через несколько часов. Ну, если утром сделать, к вечеру где-то примерно так. Ну, конечно, чем дольше будешь их держать, тем они лучше просолятся. Так, и также я добавлю молотый черный перец. Ну, перец по вкусу. Кому-то нравится поострее, кому-то не нравится вообще острое. Так, в общем-то, все у нас готово. Теперь берем и вот так хорошенько перемешиваем. Так, в общем-то, все. Вот такой пакетик у нас получился. Оставляем его лежать. В течение дня будем подходить, перемешивать его, переворачивать на другую сторону, чтобы все хорошенько просаливалось. Огурцы дадут сок. как бы в этом соке они будут сами мариноваться. То есть соль растворится в нем же. Вот она уже начала растворяться. Пошел сок, я уже вижу. Переворачиваем, перемешиваем периодически. И к вечеру уже можно есть. Самый быстрый способ. Так, отложим их в сторону. Для второго способа нам понадобится банка. Купил вот таких замечательных баночек. Здесь большое горло. Это банка под закручивающуюся крышку. Просто есть такие банки, в которые рука не лезет. Это обычно такие под закатку, которые... Ну и под крышки тоже есть с маленькими горлами. Поэтому лучше выбирать широкими. Мы будем укладывать огурцы плотно. Если рука туда не залезет, то просто невозможно будет нормально все разложить. Так, что я делаю? Сначала я беру укроп. Так, его порежем. Ну, примерно вот так я его порежу. Часть на дно кладу. А вот эти зонтики в серединку куда-нибудь положим. Так, палочку тоже туда кину. Да, оставим это на середину. Отложим в сторону. На дно также положу 3 листика вишни. Так, раз, два, три. И пару листиков черной смородины. Беру чеснок, порежу его, но не так мелко, как для пакета, потому что эти огурцы у нас будут где-то до завтра стоять. Ну, примерно сутки. Но опять же, чем дольше они стоят, тем... лучше просаливаются. Порежу такие довольно крупные кусочки. Не буду мельчить. Ну, как-то вот так. Кладу в банку. Лист хрена положу также кусочек на дно, кусочек куда-нибудь в серединку потом. Ну, вот так немного его порежу. Так, лаврушка у меня вся разлетелась. Остался один кусочек. Так, было у меня 3 листочка, осталось 2. Итак, здесь у меня подготовлен литр воды, ровный литр. И на литр воды я положу вот такие 2, ну, можно 3. У меня куда-то 3-й улетел листочек. Вот пару листочков лаврушки. Так, соль, пару ложечек. Ну, такие, с такой горкой небольшой, можно сказать. Раз. Так, и 2. Отлично, отлично. Здесь у меня горошек черный. Черный не молотый, ничего. Ну, примерно, если ложками мерить... Ну, вот так вот. Я не знаю, как это сказать. Вот такое количество. Но это все на свой вкус. В общем-то, отправляем его сюда. И здесь у меня черный душистый горошек. Тоже примерно такое же количество я положу. Ну, где-то вот так вот. Опять же, по вкусу. Отправляем в кастрюлю. Включаем. Доводим до кипения. Покипит минутку-две. Вкусы все выйдут, в рассол перейдут. И будем этим рассолом заливать огурцы. Пока он вскипает, будем укладывать огурцы в банку. Вот они, наши огурцы замечательные. Отрежем кончики с огурцов. Вот эти. Отлично, теперь укладываем в банку. Вниз я обычно кладу какие побольше, сверху идут поменьше. Чем хороша вот такая широкая банка с широким горлом, что туда лезет рука, можно нормально уложить огурцы. Просто есть такие банки с узким горлом. Не знаю, зачем их делают. Но вот я нашел такие хорошие баночки. Очень удобно. Так, вот так вот плотненько укладываем. Отлично, отлично. Ну, теперь сюда я положу оставшиеся наши листья. Здесь черная смородина, укроп и вишня. Так, и сверху положим уже оставшиеся огурцы. Вот так вот лежа, стоя, они сюда не войдут. Ну, отлично, отлично. Один огурец остался, не влез. Прям, влез, нормально. Все четенько я рассчитал. Ну что ж, рассол готов, заливаем. Немного осталось, почти литр у меня и вошел. Так, листочки тоже просунем, пускай они отдают свой аромат. Перец тоже я сейчас ложкой достану и сюда отправлю. Ну что ж, вот такие 2 способа быстрых малосольных огурцов, которые я обычно делаю. Этот способ самый быстрый, этот способ чуть дольше, но мне он нравится по вкусу больше. Кстати, эти огурцы в пакете можно было бы порезать на четвертинки, тогда бы они просолились еще быстрее, еще лучше, но это на свой выбор, на свой вкус, на свое усмотрение. Огурцы вот в этой баночке я ставлю до завтра. Завтра посмотрим их, попробуем и проверим. Ну что ж, настал вечер. Огурцы в пакете уже должны быть готовы. Кстати, от них такой аромат целый день шел, просто шикарный. Аромат малосольных огурцов. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Давайте откроем. Ну что ж, вот такие замечательные огурчики у нас получились. Малосольные огурцы. Просолились хорошо. Конечно, можно порезать на четвертинки, тогда еще быстрее, еще лучше просолится. Ну, давайте попробуем. Просто супер. Что ж, теперь ждем до завтра. Будем смотреть огурцы, которые мы сделали в банке. Ну что ж, вот такие вот огурцы у нас получились. Рассол помутнел. Правда, стояли они у меня не сутки, а двое. Я решил оставить их еще на один день. Как раз для того, чтобы рассол помутнел, чтобы пошел процесс брожения. Именно такие огурцы мне нравятся больше всего. Конечно, можно было есть и на следующий день. Они были уже вкусные, хрустящие, малосольные огурцы. Но именно такой вкус мне нравится больше всего. Ради этого я был готов подождать еще один день. Как мы видим, рассол помутнел. Вот такие красивые огурчики получились. В банке уже пошел процесс брожения. Конечно, вчера я уже попробовал верхний огурчик. Тоже можно есть и на следующий день, но все-таки вкуснее получается, когда рассол помутнеет. Ну а теперь, когда рассол помутнел, банку я поставлю в холодильник, ну и за несколько дней я ее съем. Я думаю, пару дней, пару-тройку, ну в течение недели точно. Вот такой второй способ. Он мне, конечно же, нравится больше всего. Эти 2 дня ожидания стоят того. Огурчики получились вкусные, хрустящие. Вот, ну а на этом все. Благодарю за подписку, за ваши лайки и комментарии. Увидимся на канале.